широкий угол. Этот снимает, да, снимает. Видеосъемка никогда не пользовался так плавно. Плавно, да, они уже до айфона дотянулись, считай. Ну, со специальным этим, конечно, будет получше, как его со стабилизатором. Ничего не глючил, ничего никогда, да? Нет. Не было такого. Я его прежде чем приобрести, тоже полностью проверил. Вот ага. Так как не хочется, чтобы потом мне позвонили и сказали, что ты мне продал. Да, да конечно, зачем ерунду? Не понимаю. Телефон должен быть работоспособный полностью. Интересно, греется, нет? Ну так, чуть-чуть. Это Exynos. Ну мне Exynos тоже нравится. Там большая разбежка у них по камере со снэпом, да? Ну да. Небольшая. Exynos мне тоже нравится. У меня, считай, все телефоны почти были на Exynos. И S10 Plus. Никаких снэпдрэгонов у меня не было никогда. Ну был, я покупал, потом я его обменял. Короче, уже не помню какой он. Батарейку как он держит? Батарейку он держит отлично. Отлично, я, получается, да? Как второй телефон пока использовал, ну, приобрел, валяется. Ага. И у меня его валялся. Угу. Потом только на зарядку кинул, это процентов 30 было. Угу. Ну, а при постоянном использовании, я думаю, на один спокойно будет хватать. А на грушу еще что-нибудь. С ней играть это вообще тогда... Не, в игры я не играю, у меня... Соцсети, вот эта фигня вся. Тогда надолго бы испытать, даже за 120 Гц. То, что мне как бы он тоже нравится, то, что он снимает, не хуже, можно сказать. И видео пишет тоже плавно. Ну, просто хочется обновиться немножко. И хотел я уже это самое, типа ноута. Ну, вот, чтобы типа нового-то был. А S24 сейчас выйдет, мне он не понравился. Плоский экран, там такие рамки, да ну нафиг, я его видел. Ну, они за господ iPhone решили сделать. Вот там вышел и все.